Всем, кто поддерживает войну России в Украине, прошу покинуть мой канал. А теперь здравствуйте! Сегодня я буду готовить суп на скорую руку. У меня есть бульон, я его предварительно сварила. Мясо ушло для приготовления второго блюда. Цельнозерновые вот такие вот спиральки, которые можно есть диабетику. Сосисочки мелкие, лук, морковка, одна картофелина вот на такую кастрюлю, специи и зелень. Нарезаем морковь. Мелко нарезаю лук. Картофель нарезаем кубиками. В кипящий бульон кладем овощи. Специи. Когда картофель почти сварился, кладем макаронные изделия. Нарезаем сосиски. Нарезаем зелень. Макароны сварились до состояния альденте. Теперь время добавить сосиски. И сразу же добавляем зелень и лавровый лист. Доводим до кипения и варим 1 минуту. Суп готов. Китти будет кушать, а? Китюша, Китюня, Китюнька. Китюша, будет кушать, моя девочка. Сейчас я тебе поставлю. Давай, давай, кушай, кушай. Бусинка. Поела, а теперь можно пойти и поспать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Приятного всем аппетита! Слава Украине! Героям слава!